Как в городе было бы в Казани, но да и царь пиромол да веселился. Он затарепил не гадно, чтобы им было не повадно в той по Руси гулять. Подходил да под Казань городок. Он подкопы подкопал да под Казанку реку. Как татарики по городу похаживают, на царя Ивана типа глядывают. В Литохорове грозный царь от закружинился. Он повесил головушку на правое плечо. Вот как стал царь поскорее созывать, поскорее зажигальщиков, зажигальщиков. Это милости спинка под буяром подходил молодой мушкарь от бочки. Эй, порохопки, бочка закружилася, ой, папа, стопа покатилася, да и лопнула. Забавили, заколдили все татарови, лаги матом заливалися. Полегло да старомять мать пушая, полегло их сорок тысяч гостей и три тысячи.